танкер с севера в стороне, по-моему. Вижу. Наша машинка третья, четвертая. На вот дороге. Это наша. Погнали. А какая задача Holy сейчас? Fuck, для меня? А едем на метку, едем. На метку, все понял. Alright. Годл, ты в уличные бои не ввязывайся, потому что наша задача всей команды перемещаться на западную часть. Поэтому, может быть, тебе будет иметь смысл куда-нибудь сюда проехать и перехватывать танк. Вообще, надо было тебе кого-то посадить в бинокль. Тебе и два человека, значит, Ройер и Годл, едут в район мет, перехватывайте танк. Вам бы, конечно, да, как-то спин-офф мне надо было бы. Так, а значит, да вылезут, вылезут, кто со мной, Власов и Кутузов вылезут, поставят ралли. Ну, кажется, со мной же, да? Не, я на раллике отспомнюсь. Ну, вы ждите там. What's up? Cemetery, defense cemetery. Okay. Enemies in the flag zone at Rubel. Я убил Радик, но там еще есть враги. А я и меня на пушке убил. Это я, брат. Райдер, you can attack pool table. А, противник на флагзоне, на втором этаже, то ничего есть. Давай, выдвигайся. Давай, извини, пожалуйста. Ну что, нормально. Убил. Alright, you got him, good. Там еще танки есть. Радик там ставится, нет? Лишь обороняем, обороняем, далеко не уходим. Вот тут один сквад, поэтому с восточной стороны пехота заходит. В этом здании один противник. Alright, now try to get our tanks safely to western flags. Help them out, guys. Send a few supporters towards our tanks so they don't get ambushed on the way to you. Still under attack. Машинка, слышу. Я не вижу. Машинка, а ты где, откуда? Окей, the moment. Вон, на самом деле. На другой стороне. I can hear you right on. На карте. Я пустая? Вынес там. Вынес там. Counter-attack. Squad 4, send reinforcements to base store. Слушайте, у нас большой сквад. Давайте Власов, Персер, еще пару человек. Протакуйте на церковь. Слушайте, у вас на северной базе флаг немецкий есть? Нет, пропал? Нету. М10. Recapping. М10 два танка вынес. Да, камикадзе, Лёлик, оставайтесь в флаг-зоне. Может, ты умрешь от противника от мины? Тут поляки атакуют от церкви примерно. Дим, давай, перед тобой был враг. Да, просто тревожьте их. Кажется, не позволяйте им расслабиться. Потому что походу с север не было, а они... Он с юга подъехал. Окей, теперь Монтейн назад. Мы должны идти в пул тейбл. А я-то на север смотрел, блин. Давайте, два человека. Да, еще ролик рядом. Не рядом. Все остальные просто отходите на меня. Be careful. Они, кажется, с юга запада. Я опять стал по слову, да. Надо было встать на лансе уже. По-моему, с юго-востока. Okay, can you guys spare a few men towards the south so they can spot the enemy tanks? One or two should be enough towards the Delta 6, Delta 5. Эрвин. Не хватает спутов. Шерман. Right side, okay. Тяжело спотить, там туман. Delta 5 now. He moving north. Нам просто заранее хотя бы видеть танк, где он находится. Okay, I'll try to find him. Подъехать и устранить. Also, N10 was somewhere here, be careful. Where? Great. Давайте, Слава Кутузов, не передайте флаг и дай медальку. А вот. Somewhere near which, here. Which M10, which grid? Which square? Somewhere Delta 5, Delta 6 maybe. Our Panther was still here. Не пролизуете.
Пробовал, когда мы прошли еще раз. Мы продолжаем. У нас большой сквад, поэтому мы можем пушить их сами. Tell Vlasov, there's a rally somewhere near him. А, Vlasov около тебя, ралик. Ралик около тебя. Год у нас блида нет, пантерщины были. Да понятно. Окей, pull table, are we losing it? Поехали. Can you eat the noise? Только надо через лес ехать. Ты едь, я думаю. Она скорее всего свободна. Кто меня обстрелил? Well, we're getting it back. Окей. Я тоже не увидел никого. Ну, короче, прям возле флага. Можно сделать засаду. Как они прям из леса. Один, например, на дороге стоит с севернее, а другой будет в лесу контролить. Вам там так продвинуться не дают? Я давай в лесу. Они в том, что ты будешь севернее. Понял, значит, все правильно делаем. Я буду возле леса, а ты севернее. Вынес пехотный флаг. Возле меня я это наш ли был? Что, говорит, да. Что противники, то есть танки идут. Возле точки ралли где-то. Стоп. Я скажу, где. Быстро, да, где появляется уже. Сейчас атака черт, на точку как будет. Так-то? Потому что М10, конечно, вынес, блин, вообще непонятно. Terrific, Ryder, that was terrific. My bad. I mean, it's quite useless. If only it had a turret. Он бегут на флаг. Угу. Я караулю флаг. I killed two enemy tanks. Бля, so the road is clear for now. Towards the Jagdpanzer. Got a lot of enemies southeast of route. Как что я разманил, я так много по нашего раллика. At least three enemies. Pull table, дай нам. Как он там? Да они вдоль забора прошли. Any tanks around pull table? You know, we are just spotting for Rati. Okay, try to kill the так, блин, тут сломанные танки, блин, стоят. Копс идет. Окей. Хер его знает, блин. Hellcat somewhere close to our base. Браво, что такого нету, что нельзя отбирать ралики у команды. Yeah, there's a Hellcat south of Michelle. Yeah, here enemy spotted in the Fox Road 6. Я дартем еще взял. I gave you better one, I know it's Hellcat. Ровно запад, да? South of Michelle. Hellcat south of Michelle. Correct. Я понял. Нету, не вижу. Вот у них спотры есть. Север, а у нас север спотры убивает, нет. Север убивает, народ. А, противник в доме на втором этаже, скорее всего. Эйвин, спотит! Че, возле забора никто не убил, да? Не знаю. Но с севера я слышал, стреляли кого-то. Да, прямо надо мной противник. Прямо надо мной. Вот сволочь. А здесь понятно. Я got bazooka от Фокс Курна. Yeah, we're проверьте запад, они все оттуда идут. Ничего нет, не меняет. Все оттуда угодно тут. Они за всех живые. Keep them busy there. Yeah, yeah. Okay. Cars, do you hear any tanks? No. Only enemy infantry and we're losing flag. Так, у нас флаг падает. На полпути. Losing the ball. Кто-то заныкался тут. Возвращаюсь. Я в такой позиции, что неудобно, сейчас сказать. К противнику жопу стою. Yeah, we find it bull. As much as it's possible. Tapping pool. Кто там? Пехотинец? Бля, вот у них охуенный сдох. Убил. Почему? Он в доме был. CC, Foxtrot 6. Full table. Enemy spotter, Foxtrot 6. У нас же ни одного спотера для танка. Ну, Готл, извини, мы обороняем буль. Опускаю флаг. Не на юге, блин. Надеюсь, это не рали around my marker, Dino. Давай, берсерк, накажу их.
Да тут два танка стоит. There's a Sherman at Saint Michelle. Два танка у Saint Michelle? Да. На шалах ралли. Если кто-то не имеет танк с House of Saint Michelle. Да, готов. То есть они сейчас, наверное, на вас приедут. Я воль. Сломал ралли. Отлично. У нас вот этот танк там есть. Продолжайте пушить. Так, не для папки получается. Два танка там. Сама психа такая, тут выиграет тот, кто больше перестреляет. Два танка там есть. Флаги очень близко друг к другу и больше на фабрик похожи. Пулинов мы забрал. Could you help at cemetery? All right, if you get Эрвин, get spawn at cemetery, please. M10. Ну и там прям танк себя офигенно чувствует на этой церкви. Короче, это так нету. Не работает. Я понял. Вообще не работает. Я понял. Роер, будь вместе с Годовым. Я не знаю, может спот прокинь мне. Угу. Вам передать. Это все херня. Я даже не знаю. Gonna be able to come back? По метке пушки. I'm not really sure. Yeah, their rally point is probably. Я возле спота, который я кинул там танк отец. In the church. Так, возле флага. Squad one and two. Да, вижу. Take cemetery. Годол. С юга вместе. Squad one, come in. Thanks for that. Не пытайтесь флаг атаковать, просто убивайте там пехоту, убивайте там танк. Капитан, сзади. Может, я все-таки вылезу, а ты возьми. Еще могут быть. А. Че, я добегу тогда, ладно? Лелик, ты лучше вход в дом смотри, потому что враги... Там только один вход. Два. Давайте, Дарт, я верю, мы можем взять центр шаль. Дмитрий, давай. Вон можем. Там какой-то одиночка принципальный период. Три enemy tanks south of Saint Michael, so Дмитрий, much out. Наверх, two наверх, Shermans наверх. And an enemy tank. Честно, катается два танка. Так, где? Двое. На санте. Yeah, it's not на дочке не назорвалась. Где? С юга, с... Запада. Мы их забелили. Где-то там. Отлично. Кто забелил? Дмитрий и Пресвет. Отлично. Но тут противнику много. Дай мне еще два. Айспот дайну. Ну где-то ралик. Я попробую поискать. Там типа нам стреляют. Там нужна помощь. Да, ай-яй-яй-яй. У нас уже на ралике практически убивают. Без дома. Нет, так нет. У нас флаг пока нормально. Мы почти захватили еще одну. Да, я говорю, сейчас поставим. Четыре пехоты бежит на флаг. Come down from Bexworth to cemetery. Bexworth, come to cemetery, please. Пехота с севера не стреляет. Please come to cemetery if you're nearby. Точнее, юго-запад. Ага, видел. Мы забили, берсерк забирают. Ты внутри, да? Угу. У нас здесь очень много пехоты. CC танкс who leaving нет, the south main base. Хелке, аворик. Пехота идет на флаг. Сейчас южнее пойду, посмотрю. Фоксфорд 6, Хелке, аворик. Там очень большой флаг, ну им деваться некуда больше. Они где-то ралик, а мы флаг потеряли. Флаг потеряли. Ралик есть, поднимаем обратно. Вот какой-то пехотинец стреляет по мне, а вот... I mean, we're gonna lose cemetery. I had cemetery grade. А, прям во дворе. Танк задефал флаг. А вот наш бы танк... Да, наш танк ничего не мог, потому что спотеров нет. А у них спотеры у нас на точке уже. Да, но у нас 4 флага, а у них 2. Один. А, его уничтожили, Хелкет уничтожил, он прямо перед тобой был. Слышь? Все, он горит. Don't let them cap cemetery, guys, come on. Это наш... Get in the flag zone. Севера его. Давайте у нас активно стрельбать. Шестой сват нам.
Шестой сквад террор, там один человек. А, понял. Кинул гранату, отходи, гранату кинул. Слав, зачем ты забрал бой? Они даже... Я тоже хотел пострелять. Лучше действовать, чем мы. Ага. Кто лучше действует? Ну, по танкам, по крайней мере. Ну, по танкам это не показатель. А, вижу, еще один. Смотри на тикеты. Нет. А это не Хеллкет, это Шерман там стоит. Так, давайте по старой схеме действуем. Продолжайте атаковать. У меня Шерман вынес, я не знаю. Он впереди был. Лёлик, ты тоже можешь, в принципе. Слава, Лёлик. Я минирую же. А, ты минер подвешен, хорошо. Все можете атаковать уже тут, без шансов. Слав, все хорали было. Замечательно. А у меня гранат не было. Я только одного. У нас на точке бегают. Хелкет дестроит их по астрофиксу. Сейчас оф. Amazing. А убил меня. Прям на флаг сейчас забежит. Так, Севастополь у нас пехотинец бегает через поле. Противник на флаге у нас. Противник на флаге. Баке. А. Минус. Too damn close to the end. Wait me, Донбасс. О, идем тв. Донбасс. Да, где-то есть. Вот. Мы опускаем. Ну, нет, я его там вижу опускаем. Точно, в тумане. Он заныкался по-любому. Сейчас иду в лосу. А вот больше всего вот поражаюсь. Вот третий склад даже не может проспотить танки, но в вражеский я вообще хуйню. Sorry. Ну я не понял, почему у них есть, а у нас нет. Okay, very good. Блин, Годал, есть очень хорошая тактика, которая всегда работает. Просто бери танк и врывайся на флаг, так все, у нас на флаге. Убил, убил. Да, я люблю эту тактику. Where do you want to go, Raider? Wherever you want. С юга, с юга запада иду. Вдоль стенки. А мы ставим флаг. Все, меня убили. Сейчас, если получится, я так его и сделаю. Yeah, tank in A column. Я имею в виду на вражеский флаг, а не на наш... Ну, конечно, на гранату с западной стороны заходит. Мне надо обойти, потому что там танки. Блин, с западной стороны заходит противник. Мы подходим, да. Идем. Man, идем. Not with your driving skills. Yeah, Donbass Cossack should be shot for his terrible driving. Это ж мы не в защите все играли, да? Это вот так, anyway. Это так. Так, Гудл, переходим на внутренний след. Да, давай. Если останутся танки еще. А, почему мы снова скидываем? А, блядь, ну надо. А, мины да, на этом и уеду к вам. Ты четверку бери. Одна четверка точно наша. А, кто же да, такой жуманный человек? Ну ладно, я взял остальное. Вчера лег здесь. Надо бить. И Литвин. А, это Берси. В районе метки. Найдите хорошее место, поставьте рак. Бегу. Jeep's approaching. Всё, атаку уничтожил. Where are they coming to root the bull already? Roy the bull, по-моему. Yeah. Already gone. Bull, bull, да. Alright. Они пешком будут бежать туда. You're killing them. Ah, Dark Kitty Mock disconnected. He's the best one. He hates Albania. Yeah, he told me he does. Тримтова СС запрещено, не пиши. На мне джипик, на мне джипик.
And no, fuck it, didn't it? I see enemy infantry on me. Enemy infantry on squad 5. South of pool table. Are you sure that's not me and Dumpunk? Check my spot. No. It's an enemy jeep. Oh. But there's no one close enemy to me. Enemy track spotted F3. Так, нам не пехота вражеская. Nothing at some mission, you do? Подсветил у него, сволочь. Here comes a truck. Have a curse. No problem. Keep hitting. Так, машинки смотрите. Приехали на пол тейбл. Okay, then rally's down. Rally's down. Okay, nice drop. Still enemy infantry south of pool table. Троих убил. Так, смотрите, где-то в районе метки, севернее метки, по моему пехота, человек 2. Пол тейбл забрали. Пофиг, там не спауна. А я туда кинул спот. See dynamite, please check kamikaze spot. Kamikaze spot. Watch out. CC Charlie 7 Greyhound. Charlie 7 close to our base. Да, я вызвал тебя даже. Годов на выезде с нашей базы C7 Greyhound вроде. This. Керст. Да. А ладно, что. Да. Я хотел проехать, не знал как, а можем убили. Донбасс, they are going up with the roots. У вас есть враги или пока нет? Сан-Мишел. А нет, они где-то в районе полтейбла. А где наши убивают Кутузов и Dream TV? Толпу. Не знаю. Вот машинки, вот. А, он на флаге противник уже? Или чё? Да. Вот машинки, вот, которые машинки маленькая. А, если we have enemy infantry at cemetery. Да, вот смотрите, заходит отсюда откуда-то. Вот, не, метки. Выше, возле машинки. Я только что видел пехоту, вот шла с метки. И они на метку взяли. Шерман на метке. Соси, данный мат, please check my spot. Enemy tank on my spot. Careful, yeah. Fire. Пехота. Wait, it's moving. Годл, подожди, далеко не уезжай. Там еще Шерман. Я буду смотреть, иду вперед. Fuck, it's moving. Дымы. Все, на востоке. Нам чем пушат с востока. Смотрите, видите, там танк. I've got an admin squad at Petschorf. Flag on down. Спать, пойду, давайте надерите им жопу. Годл, что машин ты видел? D6. Танк возле нашего ролика. Годл, тебя не слышал? Yeah, Otto, can you send me guys now? Нет. Чуть севернее прошли, по-моему. Так, танк на западе. Oh, sorry, wrong channel. Как у нас там ситуация или все плохо? На флаге уже. А если вы need help at cemetery? Я не тот кит взял твою. That's. На флаге очень много. Michel is lost, probably. They have a spot on there. We're gonna have to wait a little. Что там? Losing bull. Пока и ДС танк взрывают, вот был. Вроде бы танк вот, взрывают. Танк враги, ну, значит, правильно окружены. Да. Вот давайте броняем. Да. Ох, падла. Два человека. Три добровольца с главной базы, чтобы проехали на джипке на пол тейбл. Там их совсем немного. Поляки с севера, запад есть. Угу. Я выглядел на базе. Давай. Что там надо? Да. Власов, значит, подожди, еще кого-нибудь. Там, походу, танк стоит. Угу. Ну, сейчас на Dream TV, наверное, скатаемся, не? И тебе, да, и тебе тоже танк вынесли.
Вот, Власов, Кутузов и... Южнее тебе там. Возьмите с главной базы джипик и съездите на полтейбл, его попробуйте взять. Там совсем немного во флагзоне. Gonna have practice, Saint Michelle. Давай на разных джипах поедем. Спать его. Для наших. Кого? Стой меня, подожди. Си-си, Hellcat джипах, на разных поедем. Спать его. Дельта 5, Hellcat. Эрвин. На двух, на двух. Вот это. Больше шансов выжить. Сквад 3. Hellcat, have track in the flag zone at Saint Michelle. Смотри, какие джипы, я вон пешком почти добежал. Ну, двоих снес. Alright, I got. Here comes some tanks to Michelle. Противник в флагзоне. Убил, но заходит с севера, заходит с севера. Что там, Руэр? А в здании пометки противник, по-моему, или это... Руэр, что там? Шерман. Michelle, лап, обещай. Да, он подсвечен, смотрите. Отлично. Эрвин, in front of you now. He not looking on you. Шер. Спа... Молодцы, молодцы, смотрите, давайте, пометки противника один на втором этаже в разрушенном здании. Пехотинец там, дети. Он не успел вас засмотреть. Убег еще. Помечаешь, Эрвин. Так, смотрите, мы Бершторф теряем, сейчас будем выходить с запада. Не разбегайте далеко от флаг-зоны. Кутузов там еще с той стороны один бежит. Си-си, дайна, вот энемия МТ. Just order your tanks to drive north from the main base. Don't even bother to go east. Что-то на точку. Дайна. They are camping the fucking D-zone. Готов, аккуратнее, подожди, на спотте вражеский там. Блять, не знаю, сука. Я даже не знаю, Готов, может быть тебе не... Да ехать, а нам здесь в город помогать. Готов, два танка, аккуратней. На железке один, один выше. Вам сразу двоем здесь у нас. Да. Промахнулся. Ну, опять, вот смотрите сами, украла. Что это. Enemy Greyhound on Rally 4, on Squad 4. Ну, вроде появились на базе, ты на базе. Не, вроде, ну, все норм. А. Мы можем захватить пултейбл, да, если навалимся еще. Давайте, у нас пока тихо, и есть возможность для атаки. Там он... О, там танк. Где? Берсерк, где есть на базе? Да, на базе появляются. А, арта по флагу работает. Рэр, поехали где с танк? Нами. Берсерка нас спросить. Кто потом подъедешь в Ганнелла. Садись на отдельный джип. На отдельный джип и на пултейбл. Там есть флаг-зона с... восточной стороны, прям снаружи можно прям там захватывать. А, танк на полтейбл. А я только что убили в флагзоне. У нас противник на флагзоне. Дримтейбл на флаге. На нашем флаге. Да. Который с верхней головы. Полтейбл, энви и танк. Калиопе. Говно. А, Шерман Калиопе. Он ничего не сделает. Он слишком мелкий для него. Противник заходит с западной стороны в флагзону. Притормози чуть-чуть, танки поедем. Они с востока сейчас пойдут еще. We might need help. Ралли обновляли в Керсе? Нет, не обновляли. Ага, у меня нету. Нету противотанковой бомбы. У меня есть. Где за танк? Где танк? Так, заходит с западной стороны, отсюда один картинин заходит. Я не такие нов. Один человек ко мне подойдите, ближний. Вы отбились там, нет? Сидай на ну, типа, да? А по-моему на мне танк, по-моему на мне танк. Это свой катается. Свои катаются, да. А ко мне один подойдите, Харфин, наверное. Я на крыше, если что, не, лучше кто-нибудь другой. Ну, без разницы, один человек. Понял, на споте. Сейчас подойду. Тяну, тяну, тяну. One more shot, one more shot. Да, у нас
заходит с юга, по-моему, заходит. Да, Лизи, мой танк. Убили там. Alright, that's fine. Too late, too late, sorry. Too late, too late, sorry. Ты все было уничтожен. Подожди, стой, не двигайся. На юге вы не знали. Готово. Годл, встань в кустах. Или, а, нет, за уничтоженным шермом впереди спрячься. Вот за этим. Блин, там танк с этими ракетами приехал. Сейчас нам танки уничтожим. Do you have Montane? No, no, we're losing Montane. Need help. No tank, no flag. Happy. За пантерой, пехотинец, за пантерой. Ну, пускай так, что нам теперь full table нужен. Слушай, Слав. Ты тут? Да. Да, здесь что? Я сейчас, я крюк привез, попробуй. Подойди ко мне, я на возле Керста. Сейчас подойду. А, году. А у нас не прибыли. Пантеры сверху. А, вон ты сверху. Го, а что у нас с не, подожди, я не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Сейчас, я... Там мешает эта фигня. Подожди секунду. Я. Лайф и Фламандрия. Было, бежать назад, назад, я назад. Я не уверен, что сюда можно. Блин. Слав, очень аккуратно поднимайся, хорошее место. Понял. Если будешь падать, нажимай Е. Кир, здесь на базе хедсер не берут. Все. Ну, особо не нужно. Че, офигенное место, да, спасибо. Как на ладони, зон флага. А, Raider. Oh yeah, you can go back now. Yes. Влад, здесь идейка, я сейчас нашу там ралли и выберите флаг. Власов. Да, давайте. Секунду. Давайте, пушите на пол тэву. Я и Слава останемся за флагом смотреть. Герой, я выношу ралли, а вы пушите флаг. Да у меня крюк, я тут в защите пока подожду. Ну, значит, для вас тоже совсем. Все остальные пушат флаг. Мне охота крюк терять. Ну ладно, я проеду. Да там полтейбл, чего его брать? Сейчас мы навалимся. А, тут тебя довольно хорошо видно снизу, но я думаю, они не будут вверх смотреть. Я тоже думаю. Тут есть Гевехр с прицелом. Керст. Где? Иди ко мне. Я не буду брать. На могиле. Мне уже все, дай Власов. Тут какой-то элитный солдат, видимо, похоронен. Иди на кладбище. У него такой прицел четкий, я не видел после апдейта. Это же тоже Гиверх. А, наш. А я что сказал? Гиверх, ты сказал. А, ну... Да, я же тоже Гиверх. СТГ. Да, ну короче. 44. Это еще лучше, чем Гиверх. Знаете что, за это ПЦХа, зайдите, сядьте в ПЦХу и киньте, может быть, ралли где-нибудь поближе к флагу, чтобы вам далеко не бегать. Я спотер, а вы нет. Куту, садись. What do you need? Они ралли поставили. Yeah. Они нам спотер. Где? Speak, friend. I'm trapped in the bunker. No, we've got a squad 4, okay. Ралли вынес. За машинкой пехота. О, можно пушить этот pool table. I'm stuck in the pool table. Ruined my train. Вот он, наш пантера появится. Да, он сказал, что incorrect. Бил. Пуш. Раш. Вперед. Погнали захватывать. Уже все прекратилось. You're gonna let him gaslight you like that? Это Сергей Трунтова. Базарик. Какой-то танчик есть вдалеке. По-моему, север стрельба.
Что, взяли, молодцы? Сзади, АПЦ-хи, сзади АПЦ-хи есть враг. Слава, ты тебе прибежало? АПЦ-хи-то бьют. Бля, там танк еще. Пока, пока мимо ли. Кинтера ли там? А, нет. Не-не-не. Там тоже враг есть. Are you taking the flame head, sir, Dolly? Минус танк! А у нас, по-моему, стреляют в флагзоне, нет? Да-да-да, флагзон. Все в флагзон, во флагзону. SSC, we lose in cemetery. We need help at cemetery. Get spawn cemetery. Get spawn there if you're dead, please. They come in from north-northeast. О, мобилы. Сломанная, которая. Уже убили. А, давайте, попробуйте опять поставить ралли поближе и пропушить полтейбл. Enemy rally at cemetery down. Там немецкий отряд оставался, и выбил всех. Блин. Подожди, Дрим, кинем справа ралик. Противник даже не справится. Ой, отдай, пожалуйста, вернее. People had the flags on at bull. Flags dropping. Мы поднимаем, нет? Не опускаем, нет? Опускаем. Опускаем, опускаем. CC, we put in the pull table. Берсерк почини, okay. А, я точно сейчас. Бросит. Не зря подобрал. Блин, я сейчас чувака отобрал его гир, потому что я стоял в драле, подбежал, забрал его. Ну, в принципе, давайте так и будем. Держите ралли где-нибудь поближе к полтейбл и смотрите по сторонам. CC под 45, Sherman spotted. Help Tobu to move away. Oh wait, no, he's not on our team. Sorry. Yeah, he's a Polish. Yeah. Nice. Flag going down. Enemy Sherman comes in. Bechdorf. Bechdorf, dead spawn. Так, у нас Бешдорф. Противник. Do something at Bechdorf. Перемещайте ко мне сюда на флаг. Возможно, будет сейчас атака. Понял. Тут Сирковский на этом. На ровной поверхности появился в поле. Я его убил. Ты на нем попрыгал? Дайно, Роер Спот, Фест, Enemy Sherman. Ты на нем попрыгал? Конечно. Уверен. Молодец. Буду надеяться, что попрыгал. Он просто резко так появился, типа из поля. Yeah, ты его от испуга убил. Назван. Yeah, there is another Sherman 76 south of pool table, guys. I got flanked. So, spot the other one, not that one. Вернись туда, откуда ты появился. Дай на чек ровер спот. It's plenty of it's blood. Move. Yeah, oh, are you on the RT, Royer? Да, двигайте на Бердждорф, помогите там. It's dead. Yeah, nice. Bad. Bad nobody. What? I said bad nobody. Oh, что мы полтейбл оставили, его не забирают. That's just your imagination. Or bad auto. Fine, it's fine. It's going back. It's bad buddy, not bad auto. Oh, okay. don't move the Montaigne now. It's completely empty. I saved the flag. Well, yeah, it's only because I'm recapping. Montaigne is empty now, though. That's only because I ran down to Metzdorf. I'm just keeping my guys awake. Yeah.
Прочешите вот этот район между Cemetery и Бешдорф в районе метки. И потом можете обратно перемещаться на пол тейбл. Войл, ты, наверное, тоже на пол тейбл выдвигайся. От меня толку ноль. Infantry north of Montaigne. Где-то делают работа. Этот суицид немцы и International делает. Могут куда-то пойти. Угу. Вам, наверное, с Рором лучше с нашим складом вместе действовать. Got infantry north of Montaigne. Угу. А танк посвятили. Yes, we don't care about you. Nice, Donbass. Лучше это вот весь стат на защиту по тейбл. Потому что не работает эта охота на танк, чтобы... Killed him. Kill the armored car immediately. That's an order. Ну я на этот. One Royal Crits on home base. Поехали. Чуть на севере шумит, да, танчик. Они видят дальше. Enemies coming to Bergstorf. I hear BAR fire there. Хер его знает. Echo 6, enemy Sherman. А Грейхаунд нам въезжает со стороны метки. А за сей Грейхаунд от Cemetery. They're on the edge of the flag zone. Машинки. Я вынес рады. I'm from the west. I'm sorry, the east. Dino Royals pool check. Вот оно, pool table. Enemy Sherman. Assassin, we have enemy infantry at pool table. We can't send anybody there and for dead spawns, мне they have to go on foot. Мне наши танки выносят на юге, уроды. We got enemies in the flag zone at Montaigne. У нас ралик мигнул. Там Грейхаунд пытается упал него. Да, но круги нарезают. South-west. Спамьтесь на ралик, это кучу полкейбл. Тут два танка. Этот М10 и Hellcat. Behind us, behind us. На полтейбл, да? Да. Now they're at the north. Ассоси, two tanks at полтейбл. Ралик подавлен. I got my spot, Dino. We still... Spot on enemy at Montaigne. На полтейбл очень большой. Ралик минус. Можете отойти два человека, представить ралик? Литвин и... Шерман, right side, Шерман. Dino, are there enemy tanks at pool table? Repeat. Yeah, there were two tanks, M10 and something else. Okay, are you guys gonna cap Michelle there? We can send some other help there, maybe. Okay, good work, guys. Good хуй. Ассоси, someone stole our Panther. Who's driving the Panther? Let me see. Godot, I think. Godot, why? Godot, ты Panther или? Who's we not change Thai tank assignment, so Godot. Ты в Panther сейчас или нет? Kurt, what do you mean? Stole the Panther. Dino, hit my spot. It's not a Godel, someone stole a Panther from him. Oh, someone stole a Panther from Godel. Let me see. Wancha, it's a Wancha. Wancha kid stole a Panther from Godel. Wancha! Wancha! Panther for, not Panther. Bad Wancha. Давайте, мне нужен пол кэб. You drive? Creo, SA, Tanky, S... Давайте на флаг, чё вы там это самое, сидите на флаг зону, быстро. One more Sherman coming. По-моему, первая стрельба была у нас к западу. Пока не вижу ничего. Tell one to the vamos. Или мне показалось. In front of you now. Don't lose your rally squad one. Or don't... And squad two. Squad one and two, let's... Make sure we have rallies.
Я нахер. Got enemy infantry north of Montan. Heading east. North heading east. Вот, вот, тебя пантера вернули? Да. Montan, Montan, they're at the edge of the flag. А ты живой или у тебя на карте не вижу просто? North, they may have dropped a rally up there. Ну, пол тейбла. А, ну окей, будь там. Я думал, что это тебе так будет больше пользы. Хотя бы больше вместе с нашей пехотой. Erwin, one more Sherman coming, I hear him. Okay, waiting for the spot. Or... Yeah, spotted. Do you see? My bad. Yeah. No. Alright. I'm waiting in an ambush position. Good, он может попробовать пропушить на принципе. Да, may have check. He may have just been in a jeep. Как скажешь. Вольф боится починить танк свой. Уезжает к right своему just, отряду. Make sure you get your rally. Oh, you got him. Okay. Oh, shit. Что у нас так все? Котов там есть? Враги есть? Понятно. Там заходит уже. Да, так, смотрите, у нас пехота перед Годолом по метке. Там споттер ползает. Там споттер, да? Я отстал. Я ну, я его и заспотал. Так, там машинка есть? Попробуйте пропушить на принципале вместе с Годолом. Не, пуш не получится. Ну тебе не надо в город въезжать, просто будь рядом. Прикрывай их сзади. Нам не надо взять, нам надо их хотя бы просто... Готл, на левую так, сторону. Так, он скажет, что граната взорвалась. Готл, погнали на левую сторону, там наши танки. Там к югу кого-то заспотали. А, так, да-да-да, вижу. В районе мест пехота была запущена. Толкаешься. Там танки и пехота на метке. На, а, все, значит, а, отмена. Годол и остальные отмена. А лучше смотрите на юге. Вот там, на метке. Я просто пушку туда тяну, у меня в спину пехота убила. Да, да, да. А, по метке подсвечен танк. Подсвечен танк по метке. Танк уничтожен. Значит, значит там еще пехота базнуть. Могли бы пропушить, че? Ну, если сейчас на метке. Тихо, значит, я проверю. Сторонку. Мне очень понятно. Ну, в принципе, ну, у них столько наглости, что они в поле пушку ставят. Это я был. Я убил противника. Пушьте вперед, то 90 тикетов они уже ничего не сделают. Садись. Она на пушку не выехать. О! Ой, мячик. Садись за руку. Foxtrot 6 enemy, Sherman. Встретили пулеметчика. Tell Vanchi. А, Годо, ответь назад. Все на броню сядут. Или... А, или нет. Или нет. А кто в Пицахе? Камикадзе, подожди, остальные сейчас запомнят. Все сядут. Блин, ганамак низкий. Я что-то не видел сегодня. Сантерман есть? Нету. А, ну поэтому они так. Угу. Берешь сверху, на церкви появляешься там мясо. Впереди. Видишь, полтора купят, лежит. На пол тейбле враг или чё? Передо пицеху пытаются. На пол тейбле, окей, респаун. Что там? Ну, пушьте на принципале. А, так, у нас к югу машинка. Машинка по метке.
C-Squad 2 to south of Bergdorf, enemy infantry, enemy jeep. Eh, 17 tickets. Yeah, but still. Get. I'm gonna fix that. Найди план любой старой церкви и... у них... наша машина. Вообще у церкви они же все по канону делают. Это не наша. Следующая наша. Who took the jeeps? Они же все по канону. Who's the names? You see the names? Народ где остальные? Ладно, я поехал. Подожди. Это четвертый писал. Да я... Они вообще все по канону делаются, то есть есть... можно взять приблизительно прикинуть православную церковь. Должна быть центральная часть, алтарная часть и... забыл, как называется. Кому же это так? Kind of fucked it up, because now the internationals have to take a truck. Короче, я не эксперт по церквям, поэтому я не это самое, не углублялся как-то мучом. There's the head, sir, the main, and if one kid wants that. У меня был внешний вид, только фотки старые внешнего вида, и есть церковь, которая очень похожа на нее, почти один в один. И там у меня были лестницы так, но окна, там были окна, где лестницы, но я не знаю, как именно они, может там обрезаны пополам, вот это надо проверить. Куда ты ведешь джип? Я не знаю, я потерялся. Вом опять у этого кидать брали или как? Да, здесь кидаю. Так что это? Нам уже стреляют. Левее не жаль, сейчас левее. Вы власти, бегите внутрь, ставьте где-нибудь в драк внутри. Кидай. Найду этого гада, который стреляет. Thank you for the G. Blame PJ Donbass. Say again? I blame PJ. Oh. What'd he do? Took the jeep. Oh. Oh, that's bad. That's a very, very far rally point. But I guess maybe it's okay. I sent 3 to Rudeville and 4 to Principal. Откуда? But you both want to attack the same, I guess that's okay. Где-то в доме. Вот движется, нет? Немного движется. Молодцы. Так, если надо, я могу попробовать ставить. Вы атакуете, а я смотрю видосы. Он пас дистанции строит, нормально. Ралик ближе переставлять? Окей. Okay. Ну, там, где ты, лучше не надо. А где не? Что ты сказал? Something about Sherman? С кем? А с Литвином? Захватывай. Royer said something. Кто здесь Sherman? That was in front of you on the spot. Oh, okay. Сраная. Компроните, подождите. Alright. Ensure the safety of Somo tank. Север пойдет или нет? А, пока нет. А чекай мои спот, дай ну. Пока мы не можем церковь бросить. Ралли он мои спот, дай ну. Rally's down. Nice.
SSA squad, Fafrик, 8 He's right on the other side of the fence. Defend same the shelf rally, just freshly on the other side of the fence, Frank. Обороняем, брат, обороняем. Well, laying okay, down. Well, send a couple guys to attack Ruby Bull and then make sure you're still defending the shell, though. Nice cracky. Okay. What's squad 4 doing? Squad 4 needs to attack either Ruby Bull or Pulsed. Минус вражеская роль. Окей. Танк, 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 Their high pink squad shouldn't be a real challenge to capture it, to be honest. Какие там ралли, брат, такой? You can just walk in and capture it. Go ahead. What's some... Yeah. Okay, artillery on cemetery. О, наш ралли... Брат... Ой, я... Переставил. А, я не убрал спаун, типа. А спаун, честно, ралли где-то будет, типа... Там... Бухоль. Кто в флагзоне там построил? А, ну, ралик подавлен. Нет, я не знаю, что у нас там ралик. А, сори, Гехота. Попробуй. Сачел гай. А, по-моему, не помню, да, чего? Так, возвращайтесь на Мишель. А, все, он help от Мишель. Он need help от Мишель. Alright, dead spawns, Мишель, please. Your dead spawn there. Dead spawns on Мишель. And I guess cemetery must have needed it too. Берем Бухуль поднимается. Сосы выкапим Бухуль. Выкапим Реду Бухуль. Good work. Charlie 5, I'm Sherman coming. Слышу, Ралик. Донбасс. Yes. Probably will come to you. Возле нашего где-то. По-моему, фиксер. From which direction? South side, Sherman. Okay. Oh. На почти опустился. There's infantry on me. Infantry came up behind me and killed me. Так, боль взяли. На нашем только что были враги, ралики. Зингерс там еще есть на сердце. Я не вижу. Наверное, нет. Уже нету ее. Но между нет, церковью и Бухоль стрельба. Панзер. Генеральский. Ты возьми, как поедешь. Да, к востоку от церкви стрельба. А, ну или пантеру. Морячок быстрее. Блин, как она могла взорваться? Let's see, we need to get another flag. Let's have... Годон, забывай, мой канал говорит. Squad, let me see. Squad 1 and 2 attack at Montang. Squad 2, you're already there. Squad 1, help attack there. Maybe squad 4, Hispanic squad, I guess we've seen a couple people there. Ралик полноценный, два человека, Литвин и... Montang. И Камикадзе, где-нибудь вот в этом районе, найти хорошо на спецов Ралик. Do we need dead spawns at St. Michel? No, not yet. I think we still have enemy infantry east of church or between Rode Buchel and the church. Alright. South of Bull, near the bunker, there's enemy rally point or some sort of, because the infantry keep coming from there. One check it.
Orange kit, is the rally point down? I'm gonna try to drop a commander rally somewhere. Ah, so rally 4 was disabled at pool. Yeah, rally 4, got enemies there. Кто не хочет крюк с базы привести в церковь засесть? Try to get a commander rally down. Так, смотрите, у нас четвертый ралли был подавлен. Тут их противник все еще. Давайте, бомб, пока обороняться в городе. We've lost control of KG Prol. Отлично. Так. Карс, tell him that there's enemy rally point in the bunker to his left. In the bunker to his left, enemy rally point, or at least infantry with towers. In his pan. H5. Near the armor train. Alright, looks like we got two rallies down right there. Там, в бункере, oh, okay. Nice. Okay. Donbass on your right! Got him. Okay, Dali, Felsin, Cap. Нам даже не надо подвигаться. Squads 1 and 2 just defend there. Come on, then. There's a take coming on that position southwest of pool table. Ah, oh, fuck, I forgot. I'm still in the commander. У вас противник есть, нет? Пока вроде нет. Alright, that tank's down. Well, Ralik is blocked on us. Yeah, I see. Так, Ralik наш минус. Кто передо мной сейчас надо Ralik переставить? Ко мне кто рядом с ним? M10 at the swimming pool. Поставил все. Let's get to the swimming pool. Зачищайте вот этот вот район просто как церкви. Ищите противника. Our poles. Блин, напал тупит. We lost the swimming pool. А с запада заходит пехота. Я убил там чувака на востоке. Do we need? И только что Пипин заходил с запада. We need it. Do we need the dead spawn to save Michelle? There's enemies in the flag zone. To hit my spot dino. Greyhound is. Never mind. Okay, and Greyhound's east of full table. Интересно, это радиус вчерашнего дня еще не выходил с канала? Найс! Там можно посмотреть, с какого у него уровня. Часов. Я ради этого сворачивать не буду. Так, возьми меня, возьми пушки. А, внутри в церкви противник. Да, блин. Запад один пехотинец. Yeah, I think I killed him. You guys get in the cemetery. Where are they at, Dino? I haven't seen. Yeah, this was just
Yeah, this was just south of it, south. Я чела потерял. А может быть к третьим пошел? Вот там отбились, да? А все его походу. Да? Тут два человека были админы. У них все флаги захвачены. Где можно появиться? Я верю, даже не интересно. По-моему, даже не сопротивляются. А, меня только что в церкви убили. А, CC, enemy infantry inside the church. Inside the church on the balcony. Идут с запада. С 9. Everything is fine. Fine so far. Значит, все-таки гад поставил. We almost have all flags, what the hell? В лавках внутри церкви. Here comes a jeep. И джип заезжает. Они захватили, вот как еще. Вся команда будет появляться, давайте мы быстрее пустим. Не опускать флаг, не больше людей. А сволочь. А с правой стороны. Пускай с флаг. Минус танк. Отлично. На полтейбл. Еще что-то едет. У них радиус синего танка, седьмого. SSC-7 next to you, enemy rally point. А меня только что убили с севера. Yeah, that's me, yeah. Enemies in the Where exactly? Still. I don't know. This is the first time I see this. Capping all flags in attack. Ah, we got enemies in the flags. На втором. Yeah, I blame Kers for being too. Yeah, that's definitely not good. Enemies in the flag zone. Kerst, Видимо, тот же, что Kerst убил. I blame you for enemies actually. Ah, internationals. It's your fault. I don't care. It's international's fault. You can do nothing with that, so. We had all seven flags. Hey, how are you doing, Otto? Apparently not that well. Ты что за везучий придурок, блин? Сволочь, Kerst not doing well either. С западной стороны. Ah, it's fine. Он все еще. The rally's blocked and there's enemies in the flag zone. CC, lots of enemies west of church. Lots of infantry west of Saint Michel. Разрушенное здание, по-моему, вот здесь, вот это, по-моему, разрушенное здание. Там у них склад целый. They're in that. The rally is in that building near Little Wind. Little Wind 01. Cracky's heading there now. Hey Michelle! Уже возле меня отбили летают. Good job, good job. Да, вот этого здания надо проверить. Каким-то побить тобой был, да? Ну да, там. А админы спалили меня 100%. Три админа летают возле меня. Шерман's like A3. Возле лица не очень приятно. О, oh, they're all in the east. I mean, the west. Там вообще слабенько. Rally 7 was blocked for a second. Yeah, I saw it. Tank at Montan just pretty much on the flag. Okay. Yeah.
Who's in the train? Me. Just from the base. Oh, I'm coming. Don't crash it. Так, на мне ралька. Это наш... А, стоп. I want to see that thing. I haven't even seen it in use yet. Я куда что мы можем запомнить, должен быть. Хер, ты не в ту сторону воюешь. Угу. А-а-а. Мы потеряли Родеблю. Бухар. Атакуйте на Родебухар. Bad. Cursed, it was your fault. It was... No. Cursed. I was defending Saint Michel and it's defended, so fuck off. Cursed. No, don't kill me. You cannot blame me for everything. Спонсировал фотку у поезда, по-моему, или они просто набиваются туда. You're being demoted to janitor. А может, Тим Киллин? Whatever. You cannot take my spot from me. Revoked. We're doing an armored train attack. If it doesn't fall off the rail. Капеллон. Вообще, ума нет. Ну, наверное, этим самым... Let's go to Pool Table! Инструменты, которые оставляют деревья. Well, I can't go there. We can go kind of... Конечно, надо не вручную ставиться все. I think we'll get derailed up ahead. Сломал их ралик возле буля. Угу. Давай? I don't know why. Машина едет. Мы вроде буль поднимаем? Поднимаем. Сейчас машина... Я вижу. See, even if it wasn't my flag, I still recap it. Good job, Curse. It's still your fault, though. But... No, that wasn't my fault. That wasn't my flag. Keep pushing. Well, go just. Wait, did he jump? No! Ah, what a loser. I can't kill that tank. I have a 50mm gun. Like, I can't do jack shit. Like, the guy thought that was enemy tank. Like, he thought we were really gonna be able to do anything against the Sherman, so he had to destroy us. There's two tanks at the enemy main, or it's a friendly main. Taking one of them, if I can Sorry, find an engineer what? Kid. You got a satchel guy chasing you. I'm not even moving. Уже почти пол карты пушку. Take them. Карты обошлись. Они в глухой обороне сидят. На бледе. Ничего не делают. Да нет, они просто не могут проатаковать, я думаю. Угу. Следующей компании. Смело еще шаман. Камбас. Мы будем против испанцев проигрывать. Наверное, просто поменяют нас испанцев. И... Наверное. То есть нет, немцев и испанцев поменяют местами, и мы будем также проигрывать. Yeah. Ну да. Ну, вообще, я не сказал бы, что без райдера испанцы сильно хорошо играют. В смысле, у них есть сильные игроки, но... Дым наверх. Но райдер их цементирует вместе просто сквад. То есть, банально, вот на тренировках, даже без райдера мы их не можем переиграть, потому что они просто сильнее. Просто сильнее, но вот сейчас в битве, скажем так,
Вот испанцев в... А по цеха едет там. Еще победу, ну, так себе. Вражеская по цеха, правда, кажется, внизу. Dynamite spot. I blew something up. Enemy Calliope. Лестница есть теперь. Можно возглазить, и нижний этаж, он по флаг-зоне. А? А, вообще я не... Так, я слышу его. Я не ожидал, что там будут крюки, но, тем не менее, можно ползать по всей крыше этого. Где там крыша? У нас тут двое на крыше бегает. Какой крыша? По этой крыше и вообще по всем стенам наверху. Хералик нашел. Ройер, там вообще танки ездят или нет? Все, сломал ралик. Так вот на железную не наступай, на вот это тут нельзя ходить. Просто уже сколько пушку тяну, никого не вижу. Никого не слышу. А по балку может ходить? Да. А, так знаешь что, я здесь там прикол. Так аккуратно, аккуратно, чуть-чуть. А, нет, на ту сторону. Да, короче, в этот момент пустил. По-моему... А, нет. Забейся, нормально. Да, забей. Вот, короче, вот по этой балке можно было ползать, но... О, Кристиан тоже взял крюк. Вот, залезает там. I don't know who I just shot. I just did a blind fire and hit somebody. No. А, че, знаешь, Керстия, вот не понял вот эту фишку церквей. У них есть вот такое вот типа окно, вот это другое. Но я не понял, оно под крышей как окно или оно над крышей? Ну, как вот не тут. Знаю, это... Давайте ралли кинем. Литвин, сейчас Литвин АФК или нет? Литвин, подожди меня, кинем там ралли где-нибудь. Да я приезжаю. Вот это ровно вот в этой, на севере. Тут есть нормальное место. Кто там спаун? Who using Yacht Panzer? What? Yacht Panzer, who using? Well, who had it last time? Who anybody you? Can take it? I will take it. Слышь, машина. I had it, and then somebody else had it, and then... Да, прямо передо мной. Прямо перед... Все танки рванули на север. Ладно, я почти доехал, но... Так, северо-запад машина. Да, вот где моя пустая машинка появилась. На нашем ралли то ли проехали, то ли побежали. Вот тут один противник. Вон машинка приехала к нам. Я убил его. Смотрите, прямо возле флагзоны с западной стороны. Я убил его! Но они на юге подходят. Yeah, this is the last round first. Yeah, okay. Грейхаунд, кажется, едет. Sorry, и в церкви, внизу. This is the last round. Okay.
А нет, 38 человек. Последний раунд. Nobody is having fun. Ого. Там панк за них. Yeah, guess so. What? Это рот, он летит как-то. Nobody is bad. Oh, I'm not, Yeah, okay. Да блин, падлы, чс. Возле ралика, геопард, ползает. Я мимо пробежал. Не, я нашел. Не спавните сейчас, подъезд свой ролик поставлю. Guys running around my half track at the next door. А, сволочи, нет. Они бегут на принципале, кстати, от церкви. Давайте от Бухля. А, принципале. Там танчик прямо на дороге. Ройер, ты видел, где меня убили? Там танк был, Шерман. Там был Шерман, движется в сторону принципале. Так, и меня только что убили к югу от Дебухли. Who did the deep camouflage? Yeah, I was killed by a shaman, but I wasn't trying to kamikaze. Like, it's a stupid trend to kamikaze shaman with a jeep. Oh, okay. That was just an accident. Будешь клять ранее? А, не, нет, пока нет. Только те места, наверное, помещение. Да, мы уберем. А сможете, если там забьем ролик? Буги наши убивают от меня. А, ставьте ралик. Ну, сейчас попробую. Блин. Это опасный ралик будет прям вообще. Да-да, давайте я потом поставлю свой. Кидай. Враги. Да, блин, 5 метров. Слишком, ну, 5 метров не хватило. Ладно, спаунтесь на Бешдорф и атакуем цемитеры. Yeah, squad 5 will spawn at Бешдорф and we will attack cemetery. Flag is... I'm gonna die. Flag is stalled. I died. They're gonna get cemetery. Did Dumb Punk actually switch to the no? Yes. Right. Oh. Okay. I wanted to HQ the ally team. Can we take the someone? Yes. Tanks are free for everybody. Мне кажется, у них может трехэтажки, я на третьем этаже был ураган, там может потеряли. Enemy keep going to cemetery from south. Чувака убили? С юг, говорят, джип на cemetery. Прям надо мной. Мне кажется, они на юге, на амбаре. Что, разбился? А. Это поляки, причем они уже так играли. У них вот есть этот разрушенный, полуразрушенный амбар, где Керст. И в том раунде там было 3 человека у них сидело на крыше. Ну, я спаун, кстати, на крыше. Вот я под ним прям заспаунил, все убил.
На пул тейбл большая атака. Двигаем туда. Если нас отправят в защиту флага, Керст, ты загоняешь за пушкой, а я сгоняю за пушкой и поставим пушку на дом. Ладно? Okay. Если мы вернемся на этот флаг. Мы можем делать все, что хотим. Давай кинем опять между флагами. Сейчас я покажу. Он был вот тут прямо. Керст, кинешь туда спот? Да, сейчас. Я минометом постреляю. Да. Bad cursed. Again, this was my fault. Always. А у меня этот огнемет. А. Так, себе по-моему. Вижу. Прям перед тобой будет. А я его, может, взорву. А ну сейчас, подожди. Вот в эти. Внутри этого дома, внутри дома. Я дом не вижу, если что. Я сейчас возле него остановлюсь и выкину бомбу. CC Delta 5 один Шерлон. Delta 5, now spin pool table. Okay. Where? In the front of Hetzer. Okay. In the Delta 5. Урод, поляки оттуда идут с запада. Ой, с восток. Керс, можешь спот дальше кинуть? А? Бэч. А ты в доме? Внутри? Bad. Да, внутри. Имеешь в виду вот так? I order you to retake that flag. Сейчас будет аутотанк, нифига себе. Yeah, we got it. О, это недалеко от ролика. Okay, heads will roll. They're still poles. Well, you know what to do with the poles. Вражеский танк выехал. А нет, мы в сторону движемся. Do you have any tank at pool table? Yeah. Шару? Там еще вражеский танк едет. Зашел в тот дом, по-моему. Или ты там сидишь? Не, в предыдущий дом, который будешь говорить. Они снаружи бегают там. Вижу их, да. Керс, прости. Серх, там за ящиками смотри перед тобой. Орто прям недалеко от рода. Ой, кого-то убил? Убил, но меня еще один убил. Что-то шумит. А, да. Шумит. Всех плохо убили. Ты у меня что-то не светился. А внутри в доме в этом в запад в восточной стороне. В ближнем или в дальнем? В дальнем, да? Спот в восточной, на с восточной стороны флага. А движется в сторону ралика два человека по дороге. Куберт на начинает проседать на атака. Куда? All right, dead spawn cemetery. Your dead spawn there. Мёртвый на cemetery. There's nobody in the flag zone. Так. Так. Son of a bitch. На юге танчик. Ты просто два пехотинца бежит, убивают, еще голова торчит, стреляю, а так керст. Сейчас взорву. Минус твой вражеский танчик. Этот маленький, что катается. Он что, одной гранатой взрывается? Он, да. Ого.
Блин, а я еще и пиксель попал, блин. Герц, ты съездил за грибом? Герц, если что, бегай в открытую местность. Представь, у них урали админов дальше по дороге в северной стороне. Гранаты кидают. Рапид? Чего я подберу? Противник рандом. Беги на юг. У нас противники здесь. Там админы снаряды. I want to go to the main base and take a hook. Я говорю, урали у них по дороге на север. He wants a hooker. You want to go to where? Панк едет. I want to go to main base and take a hook. Пиздец, блядь, это, блядь, этот... Okay, go. Кто это делал карту? Блядь, деревья такие, не езди мы же. Think it's faster to suicide. Я метров на... Садись на машине, быстрее доедем, Кирст. Skyrider, you can take a APC. Короче, ты возьми крюк, я возьму... Меня чуть не убил там. Смотрите, мы... Как вы это произносите? Бешдорф. 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 Блядь. Ваш флаг. Эти деревья надо удалить из игры нахуй вообще. Они не очень красивые только, да, вот поэтому надо. Так, нужен аммотрак. Танк, да, силы на это. На будет пол тейбл. Где? You capping рота? Возможно, силы там стрельба какая-то. Я пушку у кого? Смотри. Точно. Не ранен? Все, я точно капаю. Точка. Да, шар. Да, я вылез. Нет. Все, я вынесу. Бля, я в него стрелял, как я промахнулся. Я думаю, сейчас еще чуть-чуть приедет. Я вообще не понял, блядь, я ему в башню стрелял. Отрикошетил, может? Арта. Это у арта по тебе стреляют. У нас появились явно. Это споттер тут. Вернее, у них всегда есть видео. Вон бежит. Война тоже крышу, где был. Ах, ты этого не видел. Что? Не добежал. Тоже крышу кинь крюк, где Слава лазил. Угу. Машинка проехала. Это, по-моему, было. Только это сбоку надо, сбоку. Да, я помню. Че, это момент. Ралик подавлен. Угу. Там машина, кажется, проехала. Тебя отремонтить? О, впереди танк. Что-то где? Нет, арта не похоже. Все, отремонтировать убьем. Надо? Черт, я сам. Прикрывай. Нет. А, нет. Не ставится? Надо вот, знаешь, что-то... Подожди. Секунду. Давай на другую крышу. Аккуратно спустись. Пехота впереди. Ты на фугасах? Да, на лицах одно. Давай. Вот, ну... Подожди, как он там? Would have been able to drop her. Вот, ну вот этот вот. Через один. На G она убирается. Где-то танк. Кодлс, левая от нас будет разные трассеры. Джип. А, тогда я перезарядил его. Наверное, потому что меня не подкрывалось. Следующий. Блять. Блять, вот тут на стене можно лучше, да? Да. Да, лучше с этой стороны смотри. А впереди тебя. Впереди. Понял, вот вижу. Твой танк. Я 47 и Шерман пробиваю или нет? Оу. Миллиметров. Блин. У вас проблема как?
Макет, да, я упал. Шерман. А, он в Я внутри, внутри здания. West side of what? Да-да, иди ко мне, поднимайся. Сейчас подожди. О, окей. East side. 5 секунд. Я не понял, как он мне с первого выстрела вынес, блядь. Там нужно так аккуратно, медленно подниматься в конце. Ну как, на трубу. Слышь, Ройер, я не понял, как он мне с первого выстрела вынес. Я не понял, что это за Шерман какой. Может, он в нижнюю плиту, по-моему, стоит? Нет, не пробивает. Меня со второго. Там, говорит, гранату второго отряда. Меня сразу с первого в лоб, бля, как пробил. И подожди, подожди. А, команда, нет, нет, откинь с другой стороны. Трак далеко подгонять. Может, не достать эта фигня. Ты подожди, подожди, стой. Там, я могу на ту сторону? Что ты сделал? Чем ты его поднял? Recapping principal. Alright, good. Он спустится. Ну, кинь мне, кинь мне вниз. Блин, я не знаю, он так зацепится за крышу. Он дальше не ел корабль. А, да, нормально. Жарко работает. Да ё-моё, я к точке не могу добежать. Как не свои убивают, то ещё что-то. Да что такое, блин, вот это? Зигерст. Чёрт, я не на тот... Стой там, стой там, стой там, стой там. Вверх куда? Стой. Стой, стой, стой. Да. О, появилось? О, отлично. Да, появилось. Сердце. Ну, она вниз не наклоняется, да? Не, ну не сильно. Bad, bad, right, bad, bad Hispanics. Нормально какой. Bad Raider. А, твой. Что там происходит-то? А, убей деревья. А знаешь что? Подожди, давай... Сейчас, подожди, на другое место поищу пока. О, есть идея. Кинь крюк, чтобы спуститься тебе. У меня нет крюка. Доспаунился. Она появилась. Нет, это не. Да, так ты перезарядишься. А, знаешь что, ты можешь. Да, сейчас подожди, я тут сам уже зарядиться должен. А как ты спрыгнул? Вот. Там аккуратненько можно. Ты же не надо, не нужен, не нужен, не нужен. Ну. Достает. Подожди, я какой-то. Ты я видел. Давай, вот на вот этот, вот этот дом. Вот этот дом. Все вынесли. Его только подспотили, меня вынесли сразу. Ну там секунд 5 прошло. Да ну меньше. Ты... Сразу прыжок делай. Не вышло. Что-то он не хочет подбираться, или он перезаряжается? Два танка рядом есть. Да, наверное, потому что перезарядился и не можешь поднять. Я его повредил, еще будем. Да черт, это тоже провалил. I am not even leading. Я хотел под наклоном поставить ее. Bad. Так, Панзерфаус наготове. Еду к тому танку. А, во, во, во. Took me so long to drive that Landhetzer up there. Будь наверху, будь наверху. Спас, Ройер. Могу сюда.
Я шерм Калиопа снял. О, ну-ка. Отлично. Во, она должна работать, я отец. Интересно, ебать. Ну, теперь-то... Помощь, верстка. А с востока, кстати, потихоньку пытаются пушить. О, кого, куда? Со мной только. Иди, сиди, сиди. Ой, иди, иди, иди. Я... А граната на власть на мне. Да тут он что-то, я кто это такой? Кто такой? Good Raider. Он типа он мимо меня стрелял специально, какой-то американец. Буги, буги. Прям подо мной. Enemy squad attacking Montant from the north. О, слушай, это там пинг потом брали наверху. А может прям сейчас? Yeah, we need dead spawn to Montant. Ой, dead spawn. Я подберу какие-то из пушки вылез и напишу. I'm sure our two guys can hold it. Должен спать. There's a tank south of Principal Sherman. Кто зеленый? Комитет, найди кит. Найди кит. Он в руинах, на углу. Where? С криком. Понял, перед тобой сейчас. Bad. Bad auto. Не, походу не успел. Я там американский кит понабрал вместо меня. Я тоже американский. Черт. Ну, прямо у тебя есть. Там пушка, которая стоит, да, хорошо на флаг. Хотя нет, а там неплохо видно флаг, да? А, нет, как раз таки церковь, кладбище там. Мы давайте по Монтане по такой. Я вообще забил на командование. Да не знаю, фигня страдаете. Ну, сарам такой. Нету, Роя. Он передо мной. There's a Sherman. Still put out. Godal, you're heading right toward a Sherman, right in front of you. Джимик только что проехал на восток от меня. Я его снял. Это другой был. Мы тут сорвали, почти сорвал. Пиздец, я уже три танка вынес. Вот валяйки. А ничего нет. Угу, да, они движутся на Семитере с... Монтан. Я думал, приеду сейчас. Oh shit, yeah, we're in trouble in the west. А, я дурак. Тут уже был флаг 88, надо было его поставить. Они с базы решили его. We've got 5 flags. Okay, we have 4 flags. Куда? Вот, это на М18. Squad 1 just spawned at cemetery and... Okay, you're already there. Attack, just keep attacking. Север, да, они... ФПС польского, да. Как он меня задолбал. Че, ну там сидит? Сколько у них танков, пиздец. Они кинули ралли, по-моему. По-моему, складной был. Они кинули ралли на... Они север заходят. На 2 часа. Север, северо-восток. Да, ведь это так. Да, слышу ралли. У нас, кстати, свой ралли нет. Давно уже. Я нашел, забыл о чем. Я только слышу, и то... Я кинул на расстоянии. На него.
А, давайте на ролике, в церкви, давай. Да. Bad, no bully. А, very да, bad. We're down to like three guys. Well, that's why I've got you, you and Aldo at the same. Yeah, we might as well join one squad actually, buddy, because we're all tankers. Yeah, that'll do it. Севера опять много. We can probably. Почему втроем? Блин, пробегает на флаг. Черт. В общем, военные где-нибудь здесь идут. Да, они заходят. Sometimes it's like me. На флаге уже. Откуда у них ролик? На стороне заходит. А, вижу, да. Это не... Они отовсюду. Нашел ролик, на мне ролик. Не, они там ближе. Ролик минус. Вот он, правда. А, да и как шутинг от принципала, ему не дал. Есть, пять принципалы. Мертвый на принципале. Я в другом месте. Ну, я пехотик, мертвый на принципале. Берсерк, тебе начал информацию. Да-да. А перед тобой будет с Шерманом, там где пустой бункер был, квадрат Е5 примерно. Принципал из окей. Короче, my guy protected если flag. Над вами круиз летает, значит вас. Yeah, no one here. И передает, фу, короче, походу. Well, sorry. Yeah, no problem. You better be sorry. But I hear a tank coming. Kerst. Yeah. I heard it too. Greyhound. Main route. Я брат на ради Керст, только танк. Хорошо. Я не уверен, он дальше поедет. Где Greyhound? Танк поехал к маркеру по дороге. По-моему, я проехал дальше Керст. Куда он поехал? На запад поехал? Да, да, по-моему. Я только по звуку. Where is he? West? He went away west, yeah. У них там панк на первом, капец. Сломало у них ролик. От самого. Блин, you crashed. В принципе. Ага. Показательно. Экстра бэд. Да, yeah, they capped it so hard. Ну, не слышно, что там панк плохой крошен. Что вас берет оттуда? У них больше, в общем, никакого такого толкового нет. Что у нас... У нас из испанцев вход как минимум может тянуть. Найтвинг может тянуть. Из нашего склада Берсерк, Власов. Да я прослушал бы, у меня танк гудит, как не знаю что. Я имею в виду, что у нас игроков. Пехоты, мы тебя хватинцев, стрелков хороших больше, чем у них. У них дампак на первом месте. А у нас из испанцев пехоты, Найтвинг. С нашего склада ты, Власов. Вот посвечено. К северу от нашего ралика снаружи церкви есть Генри поляк, он бежит с Томпсоном в сторону ралика. Меня потебакал немного. God's sake, no one is accepting the
The bayonet duel. Машинки на севере. They know you'll win. Блин, ну вот как? Мне в лицо стреляет, и я просто не вижу чувака. Через секунду он пробегает по моему трупу. Вот как? Ну, высокий пинг, он не понимает, что ты его убил. Ну, я его не пробиваю. А вот это он и был. На метке. No, we're fine. No, we're on bleed. Это уже будет самый близкий раунд по типу там. Если мы вообще еще не будем. I appreciate you being competitive at this point, Thomas. Not even I can do it. Can't do what? Keep myself in tension. Вечно выбегает из-за угла, когда я со спущенными штанами. It'll be okay in the future campaigns. I just want to... Annihilate them. На дробовик. Под деревом. Cursed. Да ты справа вон, Кирс правее. За деревом прячется урод. I said curse saves the day again. Yeah, the usual. It's not your fault this time. Странно, что it's never my fault. Yeah, that's okay. It looks like it would be. Delta 5 IT gun report. What? Delta 5 IT gun. Спасибо. Okay. Масса промо. И там панк убил ваша. А он меня убил. Ну, гарант, по-моему, да? Да. Нет, почему? А сволочь. Погоди, я выкинул взрывчатку. First? Yeah. Are you capping? No, not yet. Oh, church, we got enemies in flag zone at church. Ворот, мне кажется, все выбежит мне там за забором. I got pool table. Where is the pool table? Nice. But we might lose church though. Rally down west of pool table. There's enemies in the flag zone at church, and only I am here. Чё ты? Мёртвый на церкви спамч на метке. Flag's going down. Чё ты готов? Да ничего, ничего. А давайте про такой мобеждорф, я сейчас ралик поставлю здесь. Окей, he left, I don't know where he went. Принципал is down, принципал is down. Oh, inside the church, enemies. Tell Vlaslo, there's enemy inside the church. Vlaslo. Vlaslo, внутри церкви, против меня. And they found the rally. Подруг мне. Стадно мне пушку. Church, dead spawns church. Saint Michel, dead spawns. Round's almost over, but still spawn there anyway. Сейчас буду. Скоп. Вообще, хорошо то, что мы начинали 40 на 40 играть и заканчиваем. Alright, skip 4 kills. Fuck. Ну, мы добавим, что чуть-чуть. Нет, первый раунд был 40 на 40. Я увидел все, что мало. Yeah, that's fine, we have in bad stuff. Oh, check the glass. Давайте быстрее встаньте перед церковью. Я пока не появился, я с этой камеры сверху снимаю видос. Блин, я за крюком поехал, без меня тогда. Вот это Керс.
Камикадзе, Берсерк. Все собирается. Прикольно. Да, банк прибежал. I fucking told you. Эй. I told you. Тебе в лицо выстрелили из пушки? Да. Yeah, that was a honest mistake. Sorry about that. Oh, come on. Я вот на пазике стою с пулеметом. Я рядышком. Керс, ты будешь здесь валяться, да? А? Ты будешь здесь валяться? Ну да, чё не. Tell Dolly to move. Да, по-моему, как обычно. Stop running around. God damn. Stop complaining. Man. Stop team killing, dumb punk. I didn't team kill no one. I said stop shooting and you fucking team killed me. Well, not my fault you ran in front of me like a headless Why chicken. Why were you shooting after I said stop shooting? That was a honest mistake. Now you're gonna get a round ban. No. Yeah, you will. I don't think so. Why? Because you're HQ? Because I ordered a round ban. I ordered you to lick my balls, idiot. I'm gonna switch to the ally. They're not gonna let you just do that if you get around then. I'll just go full autistic, like cracky. Yeah, I'm nice. I'm gonna go cracky mode and just create an alt account, you know. Я вас придавил, просто. Сейчас я сделал. Сделано фотографии. Да? Да, сделали. Где будем фоткаться с вами? На церкви? Погодите, где там был странный бункер? Возле Saint Michel. Есть два, есть Е3, есть Г3 и есть H5. Е6, там бункер есть. Дампунг. Е6? Да, Е6. Давайте отпрыгнуть, спали на Е6. What is it, dumbass? So did you find out why the allies are losing? Yes, I was gonna tell you a bit later. Okay. Yeah. Don't worry, Ryder. I tell him. Они фотку хотят сделать.
Райдер, are you... Куда ехать? А? Е6. Are you ready to run for your life? Е5. А в Е6 есть? Another picture first. We're going somewhere the EZ6, EZ5. I don't know where, to some weird bunker. Тут есть, но он такой фиговый. Смотри-ка, мы как смотрю. Yeah, I was told to look for some weird bunker. Ну, нет, вот давай, есть давай дальше на юге. О, первый бункер возле меня. И у нас тут дождь из пазик. Что я не вижу? Пошли в этот бункер в H5 возле поезда. Еще на поезде надо еще. Ты помнишь, где? Куда мы едем? Это Ройер говорил, что это бункер. Е5. Вон. Это нет, это фиговый бункер. Давайте в G6 тогда. G6. Ну там где такие, типа окопы. Ну не окопы, а это. Ну не понял. Там, куда я ввалился на машине, да? Да. А, нет, стоп, это тоже фиговый бункер. Какой вы хотите? Прям возле... Какой-то новый, там есть новый такой, но еще плохого качества, короче. Ну, и H5, я говорю. Вот да, понятно, H5. Еще есть один на севере в Г3, такая точечка черная среди поля, но она, по-моему, она, я не знаю, у этих, у союзников, поехали, короче, раллик был, а, тот, у этот... них был раллик. А, места-то нет, я забыл, да. Но у нас есть место, привык. Куда вы едете? Там испанцы у поезда, испанцы. Давайте все в вагон залезем всей толпой. А, сейчас, ладно, хорошо, по-быстрому бункер, а потом тень. Бункер, где бункер? Ну, он такой, да, это типа... Вылезь только оттуда, бунк. А, ты в этой штуке. Встаньте возле башни. Don't kill the guy. Don't shoot with this retarded ass bomb. Не убиваем, народ, типа, не убиваем. F2, F3, F4, and then shoot. Ого, оно стреляет. Don't kill us, Dumpal. Я под бункер провалился. Попробуйте в этот башню сесть, короче. Садятся там, сидят, стреляют, пример. Идите наверх, куда пошли? No, but don't move it. Наверх. We want to upside. Oh, sorry. Я не туда, ой. Honest mistake. Как вылез? О, вылез. Окей. Где находитесь? Вы внутри где-то? Да, внутри нас будет. And you take наверх, it? Вот этой... I got one kill with this bunker. Откуда вот такой? Да чё за дебилы? Yeah, right, tell you guys not to shoot us. Stop shooting, guys, come on. Не стреляйте в них, и они не будут стрелять в нас. Си, каброн! Сейчас, секунду, все тут. Потом к ним подойдем на поезд, сядем туда. Who is that that always lays with the binoculars? Приличная башня работает. С какого ты ракурса будешь фоткать? Я хочу с пулемета типа стрельнуть. Вот я отсюда. Is it kamikaze? Над нами хоп летает. Куда вы? На меня смотрите! На меня. Подожди. Стреляй без конца, чтоб я мог... Это... Наверное, нормально. Пойдем ли к ним внутрь поезда, внутрь? Радар? Радар, are you here? Yes.
We want to take a picture together with you in a... Нажимаете E и сразу this, armor car. Ah, okay, okay, okay. Wait. Whatever it is. Yeah, jump in. And look south. God damn it, stop doing that. Now I can't spawn back there. Look south, look много, south. Ничего. На юг, смотрите на юг. I was trying to get in that picture. Some punk killed me. No, don't move, вообще. Тоже. Не, у меня. Дикая FPS еще почти дальше. У меня тоже. Wait for me, wait for me. Сами заспавнили. Ryder, do you have a FPS? No. Yes, I do. Yeah, I have them too. Фок, нет, там фрики спамят. Да, он отметил. Да, со спамом. Hey, we took several pigs. I was trying to get in the picture, but Dumb Punk killed me. Honest mistake. Wait, sorry. Появитесь на церкви, инженеры, и убить эти вагоны, my panzer wagon. И там пара исторических фоток, и потом где-нибудь еще, если есть идеи. Церковь. Я понял. Но нужно убрать, которые к северу от церкви, остальные не мешают. Только танк? Thank you, Kurt. А что они появились там? Yeah, sure. Мы же сделали уже фотку тут. В испанцах. Тебе будут мешать. Ты хочешь вот дальше, как по улице сделать? Где историческая, да? Взорви вот эту штуку, Роя, по мне. Есть кадр сбоку и спереди. Ты уже бросил? I really wish you wouldn't have fucking team killed me for that. Танк, ну его можно убить. Fucking bullshit. To destroy the train. No, Dumb Punk team killed me when we were taking that picture with the... Dumb Punk team killed me when we were taking a picture with the train. Че, надо подождать, пока он пропадет. You're in the picture, your creation is in the picture, you should be proud of yourself. I mean, I drove there, and you just team killed me on purpose like a little fucking shithead. That wasn't fucking intentional. You ran me over with a Jeep on purpose. No! Че, одна секунда. Yes, you did. Incorrect. А смотри, Власа, а фотка там, которая вот перед церковью, вот, блин, ты не видишь, наверное, я стою. Одна секунда, подожди. Еще в этом дискорде пошли. Я знаю эту фотку. Идите сперва сюда. Да? Сейчас танк этот пропадет и вот встаньте под центральное окно. Нет, вот где Ройер, да, между этими двумя. Сейчас. Да, не надо убивать. Чуть левее. Все, вот берсерк, стой на месте. Все к берсерку сейчас, подойдите. Подожди, берсерк подожди, он крайний. Ого, камон. Кого он расстрелял? Дампанка. Он отомстил Дампанку. Просто жестоко расстрелял. Сейчас, подождите, я рядом. Can't blame you. Знаете, лучше разбредитесь, потому что ники сливаются, а я это довольно легко стою. Не всегда, вот примерно, еще чуть-чуть пошире, чуть-чуть. Только не кидайте гепалты и не убивайте, стойте да, там. Да, нормально. Стойте, еще одну фотку. Стойте, не разбегайтесь. Самое главное, это Довпан сказал, не убивайте. Ну да. Ну не разбегайтесь, ну. Что?
Там мы еще фокус делаем. Там же остаться или что? Кто будет? Я хотел вас переехать вот так вот. Так хотел вас всех переехать. У вас это есть фотка этой переказали? Да. Назад у вас. Примерно вот кадр отсюда, что ли. Да. Давайте в этой, в тропе Хашимина на Е3. Нет, идите вот где снег кончается. Вот Готл, стой, Готл, стой! Вот где Готл? Подождите, подойдите к Готлу. Готл! На дорогу, стоите. Готл, подойдите, да. Голову двигайте вперед. На дорогу зайдите. И пошире. Власов, а у тебя открыта фотка где-нибудь на телефоне? Да, открыта, ну, на альтабе. А. Просто надо, чтобы тот же ракурс, чтобы я потом совместил. Ну, там, сейчас. Может, сейчас искать правда. В Дискорде там поскидывал. Она не очень... Да да, мне открыта она. Подожди. Я имею в виду телефон открыть и смотреть. Второй монитор, конечно, классный для этих целей. Ну просто как-то там под углом, но тогда... Сейчас, подожди. Ну. Ты, конечно, поделай с разных сторон, левее, правее, я потом выберу там более подходящий. Совмещу. Мне еще кажется, что оно с ним взяло дальше. Дальше этих коробок квадратных, с холмиком, что ли. А потому что масштаб не совсем тот. Ну да, и тут еще эти коробки мешать будут. Секунду. Тут у него что-то, знаешь, не очень дорога сходится со всем этим. Васов, сколько еще таких картинок мы будем делать? Вот так, исторических. Все, исторических больше у меня нет. А с танками есть такие? Есть только карта. Знаешь, есть карта этих бункеров, которые там, но нельзя не было подготавливать это все. А. Ну, может, там есть панорама в некоторых местах, можно, в принципе. А, вот, идите ко мне. Вот сюда идите. Вот улицу эту сфоткаю. Где Ройер, идите, где Ройер. Кто-нибудь помнит на памяти, где уничтожены танки в городе? А где. Смотрите, а где-нибудь есть место, где есть уничтоженные шермы? И перед него смотрите уничтоженные панкары. Я так не помню. Блин, тут кадр есть исторический, может где-то есть на карте. Было бы прикольно найти. Ну. Это надо власть искать. Ну, я не знаю, там, в принципе, город он одинаковый. Я думаю, одной вот этой панорамы хватит. А, давайте, знаете как? Это на том бункере? Да, Берсерк, не убивай. Я не в него стрелял. Подождите. Вот вы сейчас в том были бункере. Нет, ты тоже Берсерк не стрелял. Это там были какие-то постеры кринжовые? Да. Были, да, постеры? Да, давайте, да, давайте тогда на фоне постера. А там места мало совсем. Мало? Тогда... Там больше там чего-то не помещается. Где, где, можно где, вышку пойдем? Туда наверх. Какую вышку? На церковь. А. Нужен крюк. Кстати, а, это... есть крюк. Ну, давайте наверх. Все наверх, то пока крюк есть. На цементере тоже есть сам... какая-то церковь такая. Большая опыта. Может, там что-то есть интересное? Ну, там церковь стандартная, она с Сивиляр покажет. Не уверен, какая была там в реале. Прыгните на крышу аккуратно через заднее окно или сбоку тут на выступ, потом на крышу.
Нет, давайте вернитесь на... А, ладно, хорошо, стоите там, стоите там. Ну такого... Ага, я выжил. Брессер, чё ты толкаешься? Я прошёл мимо. Мне вообще запинывало. Как я вовремя спрыгнул. Самое смешное, мне показалось, что я упал. А где вы находитесь? Стойте на этой крыше. Поставьте роль... А, стой. Флаг зоны рядом. Блядь, съебали, кого надо кидать? Хватит убивать! Это краки. Отойди туда. Подсуньтесь, иначе это... вы опять... И мне еще и дым кинули. Чё? Подсунь... А, кто фоткает? Ну, вопрос. Иди туда, иди на ту крышу на большую. А у вас он делает? Ты нахуя? Guys, well played. I'll send you the pics when... Yeah, thank you. А ну-ка, как там встать, чтобы не упасть? Куда? Ну, вот здесь. Или я где мы фотографировался уже? Да нет, вот давайте вот туда, где там панк стоит. Где там панк, тут так себе, по-моему. Ну окей, давайте. Туда назад, аккуратно назад, идите. Назад, назад. Да. А, ну подожди, раз вы все тут, я... Ой, блин. Что они делают? Ну, у нас не получится фотки, пока эти дебилы тут бегают. Пошлите в этот Е3, трубу Хошимина. Е3? Ну там типа этот, заросли, такие, и туннельчик. Ну типа не туннельчик, Да, кстати, интересное место там. Власов, Власов, Власов! А чё? Иди сюда, видишь, кручусь на карте. Чё, ну вот, кручусь. Иду. Томас, you here? У тебя Томас. Здесь разные карты, да, с уничтоженными четверками, там танками, это битва, которые я скидывал ссылки там в общей теме. Вот похоже четверка тоже с опущенным дулом такая вот. Я бы не доверял этому, но... Оно в нескольких источниках просто указывает на кого-то в этой местности. Подожди, куда хочет Дампанк отвезти Дампанк? Не, понимаешь, Ройер, просто... надо тропу на это, да. Просто Ройер надо такие исторические, прям именно заранее, вот прям, вообще да, заранее готовить. Они... Куда идём-то будем? Вот, кстати, слева шагнул, тоже похоже. Куда идём? Сейчас. В D3 куда-то, там вот эта вот полоса такая зелёнка, типа. Вот здесь вот. Здесь именно густой. Ну или можно вот в этот вот, в принципе, заехал в трак. Или может тот все-таки лучше. Я не знаю, нет, давайте. Давайте вот там вот заехал в трак. Я не знаю как. Ну она как-то. Давайте, да, идите к нам банку. Ралик там это, подождите. Типа мы тайком ползем друг за другом. Не, да не-не-не, просто в кучке встаньте лучше. А не, давай ползком. Ну я имею в виду в куче, да. Так ложитесь, персерку. У вас. Сейчас еще керс пишет. Подожди. Подожди, а может вот там как-то лучше будет или нет? Ну там не настолько густой, там не прикольно. Может сбоку? Васа, смотри. Не, сбоку не видно, что тут. Так лучше будет. Хотя, оно все так себе. Вы можете все друг за другом вещи и в одну сторону как будто ползать? Дампанк, ты вот сделай первым. Развернись, Дампанк. В смысле, куда? Развернись. Вдоль, куда? Развернись. Вот туда, вот в мою сторону. Вот в мою сторону развернитесь и друг за другом ляжьте. Лягте. Я же так и разговариваю.
Не, прям друг за другом. Не надо в кучку. Вряд, вряд. Да, да, вот, ага. Я снимаю видос, как вы ползаете, это прикольно. Не, было прикольно, бы если бы было несколько деревьев, и из каждого дерева типа выглядывал человек. Человеческая многоножка. Мы под самую базу будем ползти. Это глупо выглядит. Ну это забавно. Такие в канаве ползут. Все? Наверное. Да, наверное. Все тогда. Спасибо за игру. Всех люблю, всех целую. Тебе тоже спасибо. Дерсерки не пропадай. Эй, приходи почаще. А это что, последняя битва? Следующая, последняя. А, следующая. Ну, на следующую буду. Обещаю. Все. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи.